согласных. И для чего они тут? Такая большая довольно колонна. Ну вот так вот увлеченно они идут. Попробую сейчас за ними пройтись, узнать, для чего и куда они следуют. И напишу, конечно же, об этом в свой твиттер. Ну, девушки, скажу, симпатичные. Поэтому даже если они против чего-то или за что-то выступают, я думаю, что у них много найдется последователей.